Золотой фонд советского кинематографа состоит из фильмов, любимых многими россиянами. Идея показать юному поколению лучшие образцы русского кино пришла Игорю Егорову, члену оргкомитета Международного кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. Так и зародился благотворительный проект «Легендарное кино». Стартовал он 19 января, в день рождения Ульяновской области. Все это время школьникам представляют кинокартины, ставшие национальным достоянием. «Офицеры», «Бой идут одни старики», «Судьба человека» и другие культовые фильмы. Показы проходят в цифровых кинотеатрах всех муниципалитетов. Страмаинский район не стал исключением. В райцентре прошел показ легендарного «Белого солнца пустыни». По мнению преподавателей местной школы, детям полезно приобщаться к классике отечественного кино, хотя бы для развития общей эрудиции, художественного восприятия и взращивания патриотизма. Вообще люблю советские фильмы смотреть, вспоминаю свое детство, когда смотрю эти фильмы, очень любила в детстве смотреть фильмы. Суть проекта не только показать детям у молодежи отечественные киноленты, но и рассказать об их истории создания, нюансах и интересных моментах со съемочных площадок. Об этом повествует предисловие, которое открывает каждый кинопоказ. Закулисные тайны съемочной группы, как вообще этот фильм создавался, кто участвовал в процессе создания фильма, кроме актеров. Кинопоказы для школьников проходили на протяжении всего учебного года 2 раза в месяц. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.